Да где ты? Как, скажи? Где ты сейчас меня не увидел? Представляю вашему вниманию магазин игр easygames.ru. Здесь предложен большой ассортимент игр. CSGO можно купить всего за 89 рублей, Rust за 69, а GTA 5 за 149. Также вы можете испытать удачу в рандомных кейсах, где выпадают игры стоимостью до 2000 рублей. Ссылки и промо в описании под видео. Вечер в хату, бандиты! С вами Квантум, Мехакер, Схемов и Халдоры, друзья. Это CSGO зомби режим. Привет, ребятушки! Да, сегодня тюрьма со скримерами. Ужас! Кто-то пробежал! Да, ты пробежал. Миша, нам нужно бежать, потому что наши братья гнилые жопы, Схемов и Халдор, скоро выходят. Миш, куда бежать будем? У вас осталось 10 секунд! В смысле? Да! Сейчас, ты чё? Иди за мной! 4, ты где? 2, сюда, туда! Мы выходим. Вот, Данил. Да, иду. Красавчик Миша. Смерть бьет за вами. Здесь есть пути отступления. Так, Миша, нам главное пересидеть этот раунд и свалить отсюда. Но учитывая то, что их два... Тихо. Это, Халдор, ты там топаешь? Да, я топаю. Офигеть, не, ну, Миша, я думаю, они нас... Ах ты, сука, напугала, тварь! Миша, они нас точно не найдут. Если увидите меня или Схемова, то говорите. Свой. Давай организуем побег из тюряги. На шифте только. Блин, они у тапки спустя. Мы умнее оказались. Сюда. Мы оказались умней. Прямо. Идем сюда тихонечко. Тюрюнь. Тихо, Миша. Главное тихо. Главное не спалиться, потому что по этой... Жопа вам! Я жопа вам, сучки! Сюда, Миш, ты где? Слышал, твари! Миша. Я слышал дверь. Слышал дверь. Давай, где они? Миша, убегай, Миша, беги, дверь, пожалуйста. Миша, они рядом здесь со мной пробежали. Это хрень вообще полная сейчас была. А ты что-то открывал, Данил? Я прошел через две двери, они возле меня пробежали, не заметили меня, прикинь. А пока дверь открывали. Зачем, я сказал, иди за мной. Так я не увидел, где ты. В том-то и проблемо здесь был. Отделяемся, все. Нужно их искать. И слушать, главное слушать. Миша, если что, ходи сюда на шифт. Долбаный голожопу вылез, что тебе надо? Это кто вылез из стены? Откуда? Это я вылез из стены. Чё ты дверь закрыл, сучка? Открой дверь. Ты отсюда не выйдешь. Открой дверь. В этой комнате только я и ты. А где он? Придурок, ищи теперь меня. Я чувствую твой страх. Давай, чувствуй мой страх. Это не страх, это я пернул. Динпи. Где ты, Халдор? Надо вместе ходить. Я? Помнишь, где утечка газа и где душевая? Кинул своего пацанчика просто. Твою мать, да прекращайте вы скримеры врубать. Все волосы дыбом встали, которые есть только. Вот, здрасте. Закрывай дверь за собой, закрывай дверь за собой. Они тут активные поиски меня, а что делать, Миш? Выходи, мы тебя все равно найдем. Да, или ты выйдешь, и мы тебя отпустим. Или что? Или мы тебя найдем сами и отпиздим. Я слышал топ! И этот топ был не наш. И это топ 5. Топ 5! Звездюлей! Топ 5 звездюлей! Охренеть! Квантума. Миша, в курсе я свалил. Да, конечно, свалил ты. Конечно, свалил. Что ты свалил? А ты что думал? Кого свалил? Шкаф? Нет, ну в смысле, как они услышали дверь, которую открыл, вообще не понимаю, это жесть какая-то. Данил. Он начал это... Ты бы это не говорил. Психологическая атака началась. Да, Ну ищите меня, раз это психологическая атака, хорошо. Не работают на психов. Приятных поисков психи. Слишком много... Я испугался, мудила. Страшно было, собака. Нет, вообще пофигу. Не хочешь выдать местоположение свое? Хочу. Хочешь? Да. Ну не могу. Но не сейчас. Михакер. Миша. Твою мать. У меня есть к тебе выгодное предложение. Я заныкался? Ух ты ж, ё-моё, это кто у нас тут такой? Да блин, что такое? Как вы? Ну это делаете. Все. Я не вижу его. Спокойно. А вот этого искать я не знаю где.
Твою мать! Я слышал дверь! Я слышал дверь! Да обосрись, услышал! Ты ничего дальше! Не трогай! Блять! Ты не найдешь меня! Мои двери! Ёпти медь, кто там карцеры теребонькает? Запомни, никогда не трогай мои двери! Нет, я думаю, это все, Миш, они не найдут меня, как ты думаешь? Чё, как ты считаешь? Ну, ты что думаешь по этому поводу? Я не знаю. Ну, я даю вам подсказку, вы были на правильном пути, когда вы теребонькались в душевой кабине. Он был в камере, да, теперь ты умрешь, Данил. Ага, теперь ты умрешь! Блять, это что, наверное, хрен должен, да? Не убивай его без меня! Душевая, душевая, душевая. Твою мать, тут что, пока ты все бежишь? Где Миха бежал? Где Миха? Я иду, иду, иду. Миша, куда здесь бежать вообще? Спавн, спавн. Я не знаю, я уже вижу, я сзади прям. Бля, я застрял, твою мать, что с прыжками? Я его застоплю. Сейчас у тебя пока есть фора. Я шатал такую фору. Я шатал это все. О, я ошибку сделал, да не туда ты побежал. Теперь ты должен убегать, теперь ты должен убегать. Бля, что это за тупик? Это и правда тупик. Бляха-муха! Они идут тебе на перерез, походу. Бляха-муха, отвали от меня, отвали от меня! Схемов! Самый верхний этаж, помнишь где? Да. Он не помнит. Вот, иди, иди туда, иди туда. Где еще машины стиральные? Ага. Иди сюда. Бежишь, бежишь? Отвали от меня. Да. Отвали от меня! Я прям сзади тебя, Данил. С всеми стиральными машинами. Иди порошок ванишь себе, купи, мудила. Может вонять... Ва-тю-тю! Убивай его, убивай его, убивай его. Нет, ну нет, знатные докторы. Так, ребят, мы, значит, зомби. Мы зомбари, братья-зомбари, и мы совсем скоро выходим на охоту. Три, два, один. Мы не психи! Мы идем на охоту. Вы чертовы ублюдки! Харе, голоса менять. Так, где вы есть? Мы там, где нужно есть. Данил, здесь бегают два мужика с лишними пенисами. Схемов на скример напоролся, ясно, понятно. Какая коляска, эй. Нахрен такие коляски! А где? Бляха, муха! Что это было? Твою мать! Вы слышали это? Сучка! Как... Капец, зачем у меня громко зачем так все? Делать вообще? О, я вижу забор поломанный. Блин, да, я так, только так. В одном месте видел поломанный забор. Ну, ищи, ищи. Подойди к нему. Я тебе скажу, видишь тебя или нет? Сука, что ты молчишь, я не понимаю. Взгляд, искра, безумие, смерть. Блин, ты что, меня видишь, что ли? Я специально замолчал, думал, ты меня не видишь. Что такие громкие? Твоя стратегия замолчать вообще плохая, что ты сразу палишься, когда молчишь. Так это самое... А что у меня торчало оттуда? Где ты Где есть? Саня тихо, видит тихо, забор? Саня, мы тебя убьем. Где ты есть, мой сладкий? Сладом. Иди ко мне, моя спрелись. А, Галдор, ты попал. Иди ко мне. Что с тобой делать? А, Манига? Ничего. Вот и все. Полежи, поотдыхай на скамейке. Я не понимаю. Хочешь больше угара, не забудь подписаться на мой канал и включить оповещение, чтобы не пропустить новые угарные видео. Миша, ебать, побежали! Ебать ты бык, Данил! Иван, ты такой же! Ты чё такой огромный? Нельзя огромный, как Миша. Я, скажи просто и всё. Шандец, Миша, ты заныкался? А? Давай, надо, короче, ныкаться, это жопа какая-то. Кто это плачет там? А сколько они выходят? Кто это плачет? Не я. Кто-то плачет. Миха, ты нормально заныкался? Алдор, я еще не заныкался. Побежали. Они вышли на охоту, Миша, они вышли. Нет, охота началась. Миша, все очень плохо. Они бегают, они бегают по этому холлу. О, боже. Ты нас видишь? Я вас вижу, вы бегаете, прыгаете. Я заныкался, и я причем очень интересно заныкался. Я видел. Вот, я сижу там, и они не подозревают пока что, судя по всему, о моем существовании и пребывании здесь. Живчик ли я? Живчик ли ты? А вот я живчик ли, непонятно. Я слышал вот такой вот звук. Данил. Миша! Это значит нам пиздук. Миша, хрен ли ты здесь лазишь? Сильно. Миша, они в главном зале ловите? Своем. Халдор упырь вообще, блин, внимательно ходит, смотрит везде.
Внимательный упырь. Вообще козлина. Он где-то здесь, слышишь? Он опасно, опасно. Два долбанных маньяка шныряют тут. А ты все еще там? Да, пока что. Ну, мне кажется, у меня ждут большие проблемы. Мне кажется, нужно было бежать отсюда. Он нас водит за нос, его здесь нет. И за глаз вожу, и за руку. Он же видел, когда мы... Так это в начале. Это сейчас, Данил. Как так? Как вы меня не можете найти? Это же просто... Я бы кинул вам подсказку. Ты подсказку дай. Я же давал вам подсказку уже. Какую? А, схемов, тебя вначале ничего не насторожило? Охренеть. Твою мать, прекращайте! Максимальный момент концентрации, тут эта шняга вылетает. Блин, вообще неудачно это сделали. Миша, ты график ставил? Кажется, что-то увидел. Где ты? Это схема стоит на втором этаже фойе этого тюремного. Это я стою. Понятно. Сань, вас в начале раунда ничего не удивило? Что было необычного? То, что они побежали. Я помню, куда они побежали. На самом деле, Данил, своими подсказками ты спалил меня, мне кажется. Думаешь? Мы отсюда стартовали, да? Они пошли вот сюда. Оба. Схема. Что было в начале такого? Чего было, чего вообще не было всегда, схемов? Я же говорил, ты меня спалил, да? Андрей. В смысле, как я тебя спалил-то? Смотри, налево смотри, сейчас налево. Вот. Я пока поищу нашего короля подсказок. Хрен ли тебе надо? Ты король подсказок. Пшел вон. А я застрял в этой херне. Нет, он мне кажется, ушел. Что он что-то знает. Интересно, меня реально здесь не видно? Или в чем вообще про... Даня, ставь подсказку. Хорошо. Я ставил подсказку граффити. Ах ты мудила, я знал, что ты сидишь за стенкой и мониторишь меня. Хрен тебе не подсказка. Думаешь, самый хитрожопый? Нет, хватит. Хватит? Враг не пройдет. Долбанная огнилая жопа. Хелдор, ну что в начале было такого, чего не было всегда? В схему Вадико не прилетал в самом начале? Прилетал, не знаю, наверное, прилетал. И что дальше? Зайди, посмотри на ожог на полу. Так, ты сюда зашел ведь. Где? Куда? В угол подойди, там в карцере, там ожог на полу, видишь его? Ну вот ты вот за этой комнатой, да, где там еще кнопка напугать друзей, как кто-то попал, говори. Че ты прыгаешь там, харе прыгать, мурлофицин? Выходи, сука, я же выхожу. Ты меня серьезно не видишь, ты понимаешь, что я перед лицом стою, как так? В смысле, я двигаюсь? Ты прям на уровне моих глаз, ты понимаешь, глаз в глаз, искра, буря, безумие, все дела. Как вот, так? Сейчас на уровне твоих глаз, да? Ну как ты меня не видишь? Да где ты? Как, скажи? Где ты сейчас меня не увидел? Сука, серьезно, что с тобой? Да где ты? Вот я на каком уровне сейчас я? Ты такой мурлофицин, вот стой как маяк, и посмотри внимательно Саня. Вокруг. Вот стой и смотри внимательно по кругу. Как маячок, аккуратненько. Маячок-маньячок. Видишь? Еще крутись. Не видишь меня, нет? Блин. Посмотри на фонарь наверху, Саня. Нет там никого! Ты где это вообще находится? Короче, Даня, у тебя жопа, я знаю, где ты, сука. Че ты за звук? Ага, ты не в камерах был, просто я камеру видел и думал, ты меня троллируешь. Да где ты? Я убегу, я просто убегу, я убегу. Нет, я не знаю, я бегаю кругами, мне сложно ориентироваться в пространстве. Минус квантум. Да, все, я вот он побежал, зомби. Какое грациозное создание. Грациозные создания, это ты грациозное создание, блин. Ребят, если вы нас увидите, скажите, что вы нас видите. Целый один пенис на двоих. Так, надо найти кого-то. Нифига себе. Кто-то попался. А где второй? Я у него секунд 10 за спиной сидел, просто он такой стичи не понимает. Сука! Ёбаный насос! Я больше Миши пугаюсь, блин. Я вообще не понимаю. Видел сейчас кого-то? Видел? Возле этот ряд дверей с двух сторон. Ах ты упырь бородатый.
Егор, как ты туда зашел, а? Он карцеры. Я вот эти вот видишь, ну, 6 с одной стороны, 6 с другой. Ой, точнее, 4 с одной, 4 с другой. Ну и что дальше? Вот, двери, вот, в них подсказка. В них подсказка, да? В них! В них подсказка. Твою мать! Ёбаный насос! Пошел в жопу с такими подсказками, мудила! Я знал. Тут надпись на стене, Джейсон был здесь. Я не знаю, это судя всем подвальное помещение, ты увидишь, что... Хелдор, походи, поддайся им. Потом сходим еще раз. Поддайся, Хелдор. Да-да-да. Где вы? И что ты будешь делать? Миша, он по подвальным помещениям лазит. Хочешь, покажу, где прятался? Пошли. Не надо, не показывай ему. Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Да, и не забудь подписаться на мой инстаграм, ссылка в описании.